Всем привет, привет, привет. Всем вкусняшек, вкусняшек, отличного вечера. Я по традиции буду читать ваши комментарии. Комментарии на канале Подвал Ильича, Яндекс.Дзен платформа. Ролик выпущен 9 часов назад. Называется «Отец вернулся домой и заказал продукты с доставкой для семьи». Показываем, какие продукты он купил. На данный момент он набрал 236 комментариев. А где мы были все втроем? Отец, мама и я, ваш доблестный, любезный и самый красивый сынуля-красотуля. Нюшка здесь со мной. Пошла опять. Пошла. Тихо. Мусик лежит. Не запрыгнула. Так. Ладно, все, поехали читать. Светлана Дмитриева пишет: «Василич, к тебе люди лучше относятся, но сними уже эту футболку, она как тряпка, но нельзя на всю страну в такой одежде». Да вот есть и футболки, и все есть, и, не знаю, что не переодевается, но это все чистенькое. Нет, и в плане все есть, он переодевается, это просто старенькая футболка, но она чистая. Наталья пишет: «Вчера же только набирали целый вагон продуктов, уже съели что ли, или те спрятали от Васильича? Мы никогда не прячем, живем в семье, у нас все для всех и вся». Анна Попкова пишет: «Разлегся Владимир Васильевич». А также Анна Попкова пишет: «Отец доставку заказал, да? А вчерашней доставки ему мало было. Он список написал все как надо, что написал, то я и заказал. Да и вообще отцу плевать на эту доставку, он даже не смотрит. Так что вы это себе заказали на его пенсию. Отец вам денег выделил по приезду. Отца, я так понимаю, брить все-таки не собираетесь, борода уже до пола. Как же вам не стыдно, родственнички, блин, врагу не пожелаешь». Стоп, стоп, стоп. Отец же нормальный, все, и делает он сам себе бороду, равняет, берет зеркало, подравнивает, специально машинка для посрыжки волос, и хорошо получается. Вы почему-то из нас делаете с мамой каких-то злыдней. Его Людмила Морозова пишет: «А чего же не переодели отца, как уехал грязный, так и вернулся, переодетый, вымытый, помылся». Любовь пишет: «Василий, с возвращением». Спасибо, Любовь, за прекрасный комментарий. Мила Радова пишет: «Ну и кто верит, что отец был в больнице? Как был полный, так и остался. Налепить пластырь, типа капельницу ставили. В роте бесстыжие. Так там синяки же образовываются, там, наверное, видно». Галина Николаева пишет: «У меня бедная шея, сегодня похрустел». Это никакой не нервный тик, это отекает шея, так что не пишите ерунды, дорогие хейтеры. В кавычках, дорогие. А Галина Николаева пишет: «Да, покупки посмотрела, если честно, не по себе, снова литражом молочка, да купите сразу бочку. По кастрюлям разделитесь, чем хотите намесите. Это ж сколько нужно есть, чтобы столько покупать хлеба каждому по булке. Да какие ж тут прогулки и лапши, о боже мой, вы, Василич дорогой, снова метите в больничку. Есть вам нужно, как синичка. Вы же как проглоты, вечно жрать охота. Каждый день по 5 пакетов, неужели съестся это? Совсем нечего снимать, остается только есть». Вот такие стихи от Галины Николаевой. Ирина Терехова пишет: «Доброго здоровья вам, уважаемый Владимир Васильевич». Спасибо, Ирина Терехова, за пожелание отцу и за комментарий. Марина Пешнегорова пишет: «Игорь, молодец, отца заставь старую футболку нестиранную надевать нарочно, чтобы писали много тебе про папу и футболку, именно продукты много, надо показывать, чтобы писали и лайкали, и прочитали. Деньги за работой». Понятно, Марина Пешнегорова. Так, Лариса Иванченко пишет: «Ну из откуда Васильичу воду выкачали, изменений не видно.
А из молока точно ванны принимают для красоты и молодости. Это что, разве много молока, что ли? У нас кошки, собачка. И я, по крайней мере, молоко не пью. А, хотя люблю и редко, может, пару глоточков сделаю и все. Так, Людмила Морозова пишет, судя продуктов, что много сладкого полуфабрикатов, а тесто точно нигде не было. Врешь. Я не вру. Светлана Щербакова пишет, отец сидит, губы выкатил, смотрит недобрым взглядом, как сынка бегает камень с продуктами. Как уходил в больницу с животом, так и вернулся. Продолжит пить газировку и есть. Галина пишет, то вареники с пельменями вечером будут наяривать и говорить, что домашние. Но если пельмени дома, значит они домашние, да? Вкусненькие. Анна Тетерева пишет, отец стал полнее, чем был, не верится, что был в больнице. Он не стал полнее, чем был, он постройнел. Ирина Терехова пишет, Баунти прикольный батончик. Ну да, вкус кокоса. Спасибо за комментарий. Ольга, да я на Нюшку смотрю, он Нюшка на окошке сидит, я сегодня прокапал этот, на улицу ушел. Так, Мусик на улицу ушел. Ольга Форест пишет, ура, Васильич, дома, доброго здравия, дорогой Васильич. Дом есть дом, и стены лечат, только постарайся придерживаться в еде и больше двигаться. Ну да, больше двигаться нужно. Особенно сейчас, пока погода на свежем воздухе. Сегодня отец поливал вишню, он часа два там передвигался, занимался. А потом комары начинают вечером налетать, хоть и траву косишь. Татьяна Шарунова пишет, ой, опять футболка ни разу не переоделась, и тонна печенья. Ирина Терехова пишет, кукурузная мука полезная, считается диетическая. Ну, в ней нет глютена, и она не поднимает. С нее хорошо добавлять лепешки делать какие-нибудь. Я помню, я готовил с кукурузной муки какие-нибудь лепешки, вот это вкусно. Так, Ирина Терехова пишет, Игорь, кефир хорошо насыщает, и кисломолочные продукты для желудка и кишечника полезны. Ужин из кефира и кашки на воде был отличным вариантом. Печенюшки для утренних посиделок с чаем перед прогулкой во дворе. Согласен, спасибо за комментарий, Ирина Терехова. Ольга Форрис пишет, Владимир Васильевич, сейчас лето, и вам можно питаться правильно. Окрошка, салат, компот, овощи и фрукты. А пельмени, вареники пусть кушает Игорь. Ну, что написал, то я и заказал. Его тяжело переубедить. Его переубедить очень тяжело. Миха Трошин пишет, здоровья вам всем, многоуважаемый Владимир Васильевич. Миха Трошин, спасибо за пожелание и за отличный комментарий. Светлана Иванова пишет, что-то дедушка какой был в этой синей майке, такой остался. Просто многие писали, что отца надо лечить, Игорь перестраховался и выдал историю, что отец в больнице на 25 килограмм потерял. А бы на самом деле Игорь бы пользовался случаем выбить слезу, показать страдания и мытарство. Нет, отец действительно 10 суток, 10 дней был в больнице на стационарном лечении. Загоняли воду у него. А что мне доказывать? Правда, перед кем мне оправдываться? Я же сказал, что было. Надежда Фомина пишет, что это незаметно. Нюшка, кто там пакостит? Пакость. Надежда Фомина пишет, что-то незаметно, чтобы Васильич похудел. Да это ракурс камеры такой. Не очень удачный. В конце концов, он был не на липосакции. Ой, как она? Липосакция, о. Я уже забыл такое слово. Это где тетенькам, дяденькам откачивают с помощью шланга. Шланг втыкает. Ты пакостишь? Пакостишь, смотрите. Пакостит тут. Выспалась? Выспалась и пакостит.
Так, Лена Панова пишет: Владимир Васильевич, находитесь в добром здравии, в бодром расположении духа. Живите долго и долго. Спасибо за всегда за поддержку, Лена. Да всем доброго здравия и здоровья побольше. Так, что-то я весь какой-то уставший, не собранный, да, весь какой-то этот. Ладно, бывает, что каждый день скакать и радоваться. Я ж чай не в галстуке, не при параде, не с бабочкой. Сижу умного человека и себя не корчу. С поставленным, например, голосом Диксфи, да? Марина пишет: дорогой Владимир Васильевич, с выздоровлением, с возвращением в родные пенаты. Спасибо, Марина. Не болейте, берегите себя, пишет Марина. Так, Марина пишет: хорошего, удачного вам дня, хорошего дня и позитива. Марина пишет: Негоряева пишет: Игорь, молодец, ты настоящий предприниматель, умеешь и деньги заработать, и знаешь, чтобы заинтересовались. Нет, я ни на чем не зарабатываю, это просто жизнь. Я просто живу, показываю быт. Марина пишет: мира и добра вашему дому. Любому дому мира и добра. Марина, спасибо за картинки, спасибо за чудесные комментарии. Евгений Биженер пишет, что-то Васильевич не очень-то похудел, точнее вообще не похудел. Какой был до больницы, такой остался. В прошлый раз он худой был, когда домой вернулся. Похудел. Это ракурс такой был. Это такой ракурс был. Если бы я чуть-чуть немного сверху вниз. Тогда у него совсем критическая ситуация была, и он больше находился в больнице. Светлана Дмитриева пишет: Васильевич, в прошлый раз из больницы сильно похудевший вернулся, даже за 10 дней там на специальный стол диеты ставят, похудеешь. А тут нет, вроде еще больше стал. Он не похудеет никогда, не двигается и очень много есть ненужного. Чтобы еще жить, надо худеть, да вокруг дома ходить. Я согласен, вокруг дома ходить. А, да, тяжело понемногу с отдыхом на лавочке, я согласен. Наталья Сыбарь пишет: батя скоро лопнет. Да не лопнет он. Но вы надеетесь, включайте почаще канал, смотрите канал, ставьте лайки. Наталья Сыбарь. Так, Анна Тетерева пишет: как вы задолбали со своими кошками, так всем интересно, когда кого стерилизовать, лучше бы себе желудки ушили. Я не вижу необходимости ушивать желудок. Обычно так говорят, ушить желудок, но, если мне память не ставят, ставят кольцо на желудок, чтобы меньше хотелось есть. Было насыщение, быстрее приходило. Ну, это совсем другая история. Ольга П. пишет: как увидела отца, офигела, в каком он месте похудел, дальше смотреть не стала, задолбал едой. Закажите уже грузовик с едой. Ольга П., если нужно будет, то и грузовик с едой закажем. Людмила пишет: не лежал Васильевич ни в какой больнице, дома лежал и ел. Не могли они вдвоем так быстро все съесть. Как был огромный, так и остался. Ты гонишь нам и горошу. Как гонишь? Ну и выписки, и все, и как он? Не знаю, а как доказать-то? А зачем доказывать-то? Вот я вот думаю. Евгений Бежинов пишет: опять молочку купили, а что же вы выпили в прошлый раз, что покупали? Нет, не выпили. Так, дальше Евгений Бежинов пишет: Галина сладости накупила, Василий сквозь стены больничные домой прибежал, почуял, что без него съедят. Интересное наблюдение, Евгений. Что-то я весь какой-то... Ой. Люблю жизнь, пишет: да, по делу не видно, что у него жидкость убрали, не видно, зато видно, какие лохматые ногти, длинные на ногах у волка, бедному нет времени, нет сил. Мама же говорит, что он совсем ничего не ест, голодал, обессилен. Нормальные у меня ногти. У меня вот они, нормальные ноготочки, отличные. Ольга Любимова пишет: вот они, ноготочки.
Ольга Любимова пишет: добрый день всем. Вроде на днях много молока покупали, и в прошлом ролике продукты были. Конечно, это хорошо, но молока слишком много вместе с прошлым. Но я согласен, Ольга Любимова. А ему что будет? Ему оно не успеет прокиснуть, закиснуть. Также Ольга Любимова пишет: как-то не очень Васильич похудел, в этот раз незаметно. Да, эта камера так стояла, тем более ближе всех. Если бы я сдвинул немножко, чуть-чуть в сторону, эта камера так стояла. Наталья Рогозинская пишет: интересно, насколько им хватит этих продуктов и тех, которые покупали 2 дня подряд. Ну, на первое время хватит. Также Евгений Бижинов пишет: Игорь, ты лапшу с Васильичем своим поклонницам на уши виши. Он как был полный, так и остался. За 10 дней можно хорошо похудеть в больнице на диетическом питании. А он еще больше стал. Нет, он не стал больше. Так, для чего Евгений Бежинов пишет, ты этот спектакль придумал? Ради чего? Ради лайков, комментариев и так далее. Так давай теперь маму в больницу оформляем. Евгений Бежинов, поверьте мне на слово. Отец был в больнице, он и в больнице. Людмила Новикова пишет: каким ты был, таким ты и остался. Это Владимир. И 10 дней карантина для него прошли, разрешили появиться, но что на лечение он был, сомнения большие. Все мы знаем, какие из больницы возвращаемся, а тут что было, то и есть, а потом не пишите глупости. Да, не пишите глупости, как мама говорит у меня. Отец был, блин, я каждый раз повторяюсь, что был. И лежал он в кардиологическом отделении. А не в хирургическом. Ольга Абрамова пишет: красиво жить не запретишь, шикует. Гуляй на весь рубль. Юля Лялина комментарий удалила. Анна Ковалева или Ковалева пишет: набрали ерунды всякой, только для таких, как ваш отец, нужно другое питание, а не ваши печенюшки. Им иметь такую семью не приведи Господь, семейка Адамс. Хи-хи-хи. Ольга П. пишет: что-то не очень видно. Радость на лицах родителей. Один сынок прыгает от стола до камеры. Любимая работа у него. Как мне радость. Надежда Елисеева пишет: а что делить, печенье, вафли и другие сладости? Делить не будете? Будем. Но только когда распакуем. Каждую распаковываем, смотрите, вафельная упаковка, либо с печеньками, мы берем и делим поштучно. Этому получается 3 кучки, вот и все. Кто когда хочет, тогда и ест. Кто когда не хочет, так и лежит, засыхает. Марина Бижина пишет: о, Васильич, мне муж с работы позвонил, сказал, что уже вернулись. Сразу все дела забросил, вы очень постранили, как кипари стали, хи-хи-хи. А если честно, судя по вашему виду, вы не в больнице, а в столовой лежали, вон какой живот наели. Так, Надежда Назарова пишет: читала, яйца высшей категории несут старые курицы. Не знаю, кстати. Сейчас посмотрим. Да. Старые куры несут. S0. Вера Маркова пишет: в прошлый раз при распаковке мама сказала, хватит есть сладкое. А сегодня опять набрал. Вот чудит, сынка заврался совсем. Василиска пишет: Васильич, бедняжка, голодал. Он уплетает тушенку за обе щеки. Ничего, Васильич, вкусняшки тебя уже поджидают. Так, Ольга Морозова написала: Владимир точно в больнице был? Конечно. Лариса Иванченко пишет: какой у Галины голос хороший, такой интересный, как железом по стеклу. 108 Котельникова пишет: столько еды, это еды на месяц, сколько можно есть? Разве на месяц? У нас семья большая. 5 кошек, собака, я, папа,
Мама. Так, Нелли Февралева пишет, где-то они еще холодильник прячут. В 11 только еды не поместится. Вчера море молочки. Так у меня в прихожке холодильник стоит. Как зайдешь, у меня холодильник. Бируса советский. Я же показывал. Советский. И на кухне один холодильник. И морозилка в подвале. Морозильная камера есть. Еще тоже российская уже, 90-х годов. Нелли Февралева пишет, Васильевич даже поправился на больничной еде. Настя Харькова пишет, от возвращения отца, чтобы правдоподобнее было, пластырь на руку приклеил. Игорь, ты себя умным считаешь, умнули? Я, по крайней мере, с вами честен. Я говорю, что он был в больнице. Значит, так оно и было. Надежда Вим пишет, деньги на ветер, пенсия маленькая, да вам столько, сколько не дай денег, все потратите на всякую ерунду, столько сладостей накупил, лабаунти, столько там сахара, откуда возьмется у вас здоровье. Готовьте и покупайте самую, готовите и покупайте самую вредную еду. Толку, что Васильевич отлежал в больнице, только место занимал что-то, да врачей отвлекал на себя. Вы не умные все. Это пишет Надежда. Лариса Б. пишет. В прошлый раз картошка была по 60 рублей, сейчас в два раза дороже. 110 или 120 или 115 рублей за килограмм. Молодая картошка. Вот так вот. Так такие цены. У нас здесь прожиточный минимум, наверное, самый низкий, а цены самые не сильно большие, но все равно больше, чем в больших городах. Татьяна Чухина пишет выше. Татьяна Чухина или Чухина пишет, теперь для контента надо маму в больницу уложить, пусть не 10 в комнате посидит, и нам тихо и советов прибавить. Семен Теплов пишет, люди, почему вы такие злые, сколько негатива в их адрес, ну не нравится, не смотрите. Спасибо за комментарий, Семен Теплов. Правильно, вот многие вот ругают. А я ваши неприятности пишет, они молоком огород поливают, ой, как будто вы молочки не брали, не берете. Это не так многое. Стася пишет, отец себе не изменяет, в своей родной футболке. Уехал в ней, приехал в ней, не расстается. Вера Давыдова пишет, отцу надо было набрать курятины и овощей. А вы невкусного много. Так, Лидия Казьмина пишет, недавно на пенсии Васильевича покупали кучу продуктов. Вчера мама покупала, да немыслимо столько съесть вдвоем. У вас там мистер Икс или таинственная незнакомка обитает. Опять батареи, молока, полуфабрикаты. Втроем эти продукты неделю есть надо. Ой, что только не пишут. Фнай пишет. Пенсии депутатов у них, наверное. Нет, у нас не депутатские пенсии. Ирина Берлина пишет. Сколько бомж-пакетов мама накупила. Нет бы вермишель купить. Вы грибы, шампиньоны покупаете, но не показываете блюдо с ними. О как! Мы показываем блюдо с шампиньонами. Василий сразу за еду принялся. Голодно в больнице. Понятно. Дракула 67 пишет. Зачем врач, что отец в больнице лежал в спальне, да на время съемок. А покупка продуктов в таких количествах, да это жесть полная. Ну и аппетит, и так всю оставшуюся жизнь наедается. Оставшуюся жизнь. Так, у меня фотоаппарат нагорелся. Речка пишет, шоу бездельника продолжается. В какой больнице он лежал? За стенкой в комнате. Галя, носки не покажешь, какие ты типа связала? Языком Игорька. Он все хвалился. Жду Васильевича в носках связанных. Сабрина Раджабова пишет, резиновая пенсия или станок стоит печатный. Так, понятно, тут оскорбление.
Алиса Федорова пишет: отец опять в мятой грязной футболке. Но кто говорит, что он похудел на 20 килограмм? Какой был, такой остался. Татьяна Килина пишет: Жоп, сынок, нигде не работает. Не можешь, что ли, за продуктами сходить? Под заказ вам возят, нехило живете. В общем, одни оскорбления. Если честно, отец, вот я открою тайну, отец лежал 10 дней в кардиологии в четырехэтажке на 9-м поселке. Лежал, действительно проходил, и он похудел на 15 килограмм. Может, это было и незаметно, но действительно воду согнали. Вот так вот. Всем вкусняшек, отличного настроения. Сегодня тоже состояние полустояния. Потому что там занимаешься, там делами занимаешься. И что-то ночью не айс бывает читать комментарии. Какие-то по настроению. Вот смотрите, какие-то дни я по настроению читаю. Ну, то есть, когда чувствуешь по самочувствию, по настроению. Сейчас я какой-то мятый. И ладно, это я такой. Я ж не робот. Это жизнь такая. Так что отец лежал в кардиологии. Ладно, с вами была Нюшка. Всем вкусняшек, отличного настроения. Всем пока-пока. Анюшка куда? Анюшка, он спать уже. О, нет, она спит. Она не спит. Развалилась. Все, с вами был Ильич. Всем пока-пока. Мира, добра и удачи. Действительно. Я когда желаю мира, добра и удачи, я в голове не держу никакую подоплеку. То есть я когда камеру выключаю, я никогда не ругаю ни зрителей, ни подписчиков. У меня такого нет. И я когда желаю добра всем, я действительно желаю добра от чистого сердца. То есть без просто брошенной фразы. Всем мира, добра. Ну, получается, сегодня уже День России. С Днем России! Россия – самая великая страна в мире. Самая лучшая. Я люблю Россию. Всем пока-пока.